Всем привет, меня зовут Татьяна, и вы находитесь на моем творческом канале. Сегодня у меня видео о покупках. Отнесла я их к покупкам мая месяца. Все покупки сделаны на AliExpress. Практически все приехало, что не приехало, уйдет на июнь. Но готова хвастаться, готова показывать. Сейчас чуть реже выкладываю я видео. Прошу меня за это простить. И просто я не успеваю, правда, вышивать. Но сейчас учебный год закончился. Младшего ребенка тоже сейчас нужно дать возможность отдохнуть. Поэтому мы будем меньше заниматься с ним. Меньше у него будет различных занятий. В частности, он ходит на секцию футбола. И сейчас уже они плавно в июне уходят на каникулы. Соответственно, мы будем больше свободны. Да, будем гулять, но я думаю, что ввиду всех этих обстоятельств у меня появится больше свободного времени. Поэтому я смогу поджать некоторые хвостики. У меня есть работы, которые чуть-чуть недоделаны, либо недооформлены. И я это немножечко подожму. И у меня как-то вот, во всяком случае, в летний период я вернусь в свой обычный режим. Сейчас, ну, получается, я выпускаю видео где-то раза в две недели. А мое нормальное состояние это раз в неделю. Но уж простите меня за это, потому что жизнь, она не стоит на месте, и нужно правильно расставлять приоритеты. Хобби – это хобби, а обязанности и ответственность, которую ты берешь на себя, она все-таки должна оставаться на первом месте. Ну и коль я уже заговорила за то, что закончился конец учебного года, понятно, что это не покупка, это был подарочек одной из моих учениц. Я почему показываю? Потому что, ну, мы же коробочницы, мы складируем. Посмотрите, какая обалденская красоты коробка из-под чая. Ну, точнее, там был чай, я его уже вытащила и коробочку задействовала у себя в рукодельной жизни. Но очень красивая коробка, прямо вот красота неописуемая. Мне очень нравится. Я, собственно, люблю такой стиль. Например, вышивать такой стиль я не буду. Но вот когда какие-то посуды, коробки, шкатулки, что-то вот в этом духе, мне это очень нравится. Безумной красоты. В общем, спасибо за такую коробочку чая. Начну с мелочей. Как-то я показывала в своих видео, что для одного из своих проектов я купила вот такие вот листья монстеры, большие и маленькие, вот такие вот, да. И рассказывала о том, что они очень дорогие, и я их доставала по таким очень хорошим скидкам. Но посетовала я о том, что маленьких маловато, и вот такие вот листья, мне они очень нравятся, но я бы еще хотела бы еще один размер какой-то, третий. И вы знаете, мне дико повезло, я случайно нарвалась на какого-то продавца на AliExpress и увидела вот эти же листья монстеры. Опять же, они были по скидкам, по очень хорошим скидкам. И я решила воспользоваться. Значит, если мы говорим об этих листьях, я не знаю, этот же производитель или нет, но сам факт. И когда я делала заказ, поскольку это был последний день скидок, никак не могла найти, куда я сунула эти листья и забыла их размер. У себя там в приложениях в покупках не сохранила. Видео искать мне времени не было, где я это зафиксировала. В общем, заказала снова два вида. То есть, по сути, я продублировала этот же самый размер. Здесь два раза по 5. И вот в этой упаковке они пришли вот так компактно сложены в 10 штук. Но останется, ничего страшного. И вот второй был размер. Я просто не помнила, какой из этих размеров у меня. Он значительно крупнее. Тоже 10 штук. Цена меня вполне устроила. И вот листья крупнее. Теперь можно браться и доделывать эту работу. Но также у какого-то другого продавца я увидела вот такие же маленькие листья монстеры, только их в количестве, получается, их 10 штук. Нет, 9, простите, 9. Здесь продавалось 4, а тут продавалось 9. Вот, цена меня тоже устроила.
Если я найду ссылки, так как я заказывала еще на старом сайте, я обязательно вставлю. Если не найду, то не обижайтесь, пожалуйста, потому что сайт у AliExpress переехал, и, соответственно, ссылки эти уже будут, наверное, я так думаю, не актуальны. И в подарок мне положили еще один вот такой вот маленький листик, тоже очень красивый. Вот, вот такую вот вещь я прикупила. Я уже давно блеяла, вот идея была, можно было бы, конечно, сделать под заказ, не знаю, вышло бы это дешевле, дороже бы, но как-то я высчитывать размеры, мне все это было лень, но когда вот попалось на глаза, я подумала, о, вот если у меня вот это будет, я могу смело браться за этот проект и его делать. Так, давайте я в сторонку отложу все эти листики. Далее, я заказала на AliExpress вот такие сережечки. Мне понравилось, да, подтверждаю вам, что это серьги. Мне понравилось то, что они в виде ромашечек, и они очень-очень маленькие. Ну, это вот гвоздики, да, чтобы вы понимали. Я знаю, для чего они мне нужны. Я заказывала их конкретно под конкретный, опять же, дизайн. Но случилась беда дорогой. У меня две ромашечки. Вот одна, вы видите. И вот вы видите вторая. Они обломились. Поэтому у меня получается вместо 8 штук останется 6. Но качество мне, собственно, понравилось. И если мне этих ромашек не хватит, возможно, я прикуплю еще, если, конечно, найду, но я думаю, что я найду не у этого продавца, так и у другого. Новый сайт, все, которые я себе хочухи откладывала на старом, они на новый сайт не передублировались. Поэтому, если мне потребуется, буду искать заново. Это, опять же, да, я буду использовать вот эти сережки для рукоделия, а не для того, чтобы их носить. Также покупала для одного проекта, который у меня на стадии завершения, вот такую черепашку, тоже сережки в виде черепахи. Но тоже вот пока ехала, хочу показать вам, гвоздик обломился. Я не стала выставлять спор, потому что, собственно, мне это не принципиально. Я все равно буду их использовать по другому назначению этих черепах, поэтому не стала спорить. Может быть, я, когда пакет получила, в сумку кинула и там сломалась. А доехала, оно все прекрасно. У меня в сумке, конечно, там супер-мупер. В общем, по цветовому сочетанию мне черепахи эти не очень подошли, поэтому останутся ждать лучших времен. Но обратите внимание, я думаю, что идея это очень классная. Использовать вот такие мини-фигурки, которые делаются в сережечках, они значительно меньше, чем в кабошонах. Эта идея мне понравилась. Я буду, если что-то мне мелкое понадобится, искать это среди сережек. Также, смотрите, клипсы. В клипсах также делают различные фигурки. Взяла на пробу зайчиков. Ну, вот первых попавшихся, которые посимпатизировали мне. Да, то есть мы можем взять кабошоны, но кабошоны, они, как правило, крупнее, а все-таки на уши делаются поменьше. Тоже посмотреть, как это выглядит. Я их, конечно же, как клипсы использовать не буду, а буду использовать как кабошон. Мне важно было посмотреть, каков это размер, как это приблизительно выглядит. Ну, в принципе, кабошоны такого размера тоже есть, поэтому с клипсами, наверное, здесь будет вопрос. Но если такого сюжета нет в кабошонах, то вот в клипсах зато такой сюжет есть, поэтому всегда можно что-то поиграть, поискать. И еще одни клипсы взяла. Мне очень понравились вот эти колокольчики, когда я там в клипсах тоже смотрела. Но они крупные, они реально очень крупные. Но среди кабошонов вот таких красивых рождественских колокольчиков я не нашла. Поэтому вот история использования из клипс в качестве кабошонов в рукоделии, это тоже вот мне кажется идея очень хорошая. Также я прикупила себе уже распаковала вот такие вот милые брошки. Одна в сиреневом, две в сиреневом цвете, две в бирюзе. Изначально мыслила сделать, ой, господи, магниты, но насколько прекрасны эти брошки, мне, честно говоря, хочется использовать их по назначению. У меня есть теперь супер красивые магниты с AliExpress, поэтому
Вот эти брошки, скорее всего, я буду использовать, ну, по прямому назначению. Они очень красивые, они небольшие. Но как идею, если вы делаете магниты, ну, мне кажется, это были бы шикарные магнитики. Просто обалденские. Поэтому тоже вам показываю. Ну, а дальше пойдут наборы, китайские наборы. Я, собственно, спокойно отношусь к китайским наборам, но предпочитаю оригиналы, конечно. Потому что не всегда китайские наборы, у них не всегда хорошее качество обработки. Но те наборы, которые прикупила я, они... Я не знаю, какого качества еще пока. Я думаю, что это покажет время. Но купила я их, потому что, к сожалению, данные дизайны теперь недоступны нам. Ввиду того, что сейчас происходит в мире, я бы хотела бы сразу сейчас оговориться. Меня как-то тут спрашивали, чтобы я высказала свое мнение по этому поводу. У меня рукодельный канал. Политикой я, скажем так, не интересуюсь. Да, я, может быть, слежу за какими-то новостями, но я не берусь обсуждать и судить эту историю, и тем более высказывать какие-то свои мнения. Я считаю, что рукоделие должно существовать отдельно от любых политических игр, неважно, в какой стране ты живешь, согласен ты или не согласен с позицией. Я считаю, что творчество должно объединять. Как когда-то в древние времена все великие войны останавливались ради Олимпийских игр. Все прекращались военные действия, потому что это считалось самым важным, и в какой-то степени это, да, действительно объединяло людей. Именно поэтому от меня никаких комментариев вы не дождетесь, поэтому больше не пишите, те, кто пишут. Говорю, надеюсь, первый и последний раз, но чему заговорила, во-первых, был запрос такой. А во-вторых, ввиду вообще всех этих событий, я прекрасно понимаю ту сторону, в которой есть претензии к жителям нашей страны. Но теперь вот эта вот ситуация, которая разделила рукодельно-творческий мир с политической точки зрения, наше рукодельное сообщество, наш рукодельный мир – на две части, что все, что производится в другой стране, либо стало нам недоступно по защите авторских прав и нежеланием продавать нам данные дизайны, либо с тем, что есть на какие-то определенные наборы, которые везутся к нам с других мест, сумасшедшие просто цены, как-то очень резко они поднялись, может быть, со временем они немножечко будут более лояльными, эти цены. Но, конечно, вы скажете, что у нас куча дизайнеров наших превосходных, прекрасных. Я еще раз повторю, я не хочу вообще ни судить, ни обсуждать никого. Мне безумно очень нравились разработки Светланы Сичкарь. Они нравились, нравятся, и независимо от ее позиции, независимо вообще ни от чего. Я хочу, чтобы у меня эти сюжеты были. Несколько сюжетов я успела у нее купить, которые мне нравились, в частности, и в том числе и с зайками. Но большая часть из них, конечно, я думала, что я всегда успею, теперь недоступны. И будут ли они когда-нибудь доступны, тоже большой вопрос. Но есть AliExpress. И там с ее дизайнами работают две фирмы. Одна Cross Stitch, там такая синенькая упаковка, а вторая Dream Pattern. Я изучала и отшивы, и комплектацию, и сделала выбор в пользу Dream Pattern. Практически все дизайны заек, которые мне нравятся, а это не все разработки конкретно с зайками мне нравятся, я купила на AliExpress, которые у меня не достают. Их очень много. Их очень-очень много. Они у меня доехали. Конечно,
По этой же самой цене можно было бы купить в электронном формате. Но здесь плюс есть канва, на которой, скорее всего, я вышивать не буду. И нитки. Нитки, так я подразумеваю, что, скорее всего, это аналоги DMC в наборах. Скорее всего, там будет SHS. Ну, это мы посмотрим. Давайте я уже вам покажу. Мне не терпится, чешутся ручки. Значит, вот такая зайка в желтом платье. Зайка с анемонами. Я буду показывать быстро, не буду зависать, залипать. Заячка вот такая с клевером. Зайка с маками. Зайка с хлопком. Зайка с одуванчиками. Зайка стимпанк. Зайка в цветочной шляпке или с цветами на шляпке. Зайка с ежевикой. Зайка с астролистом рождественским. Зайка парижанка. Но здесь подписано как с розами. Зайка пчелка. Еще одна зайка такая, ну, я бы тоже сказала в стиле парижанка, парижанки, ну, в берете. Зайка фиалочка, зайка ведьмочка, зайка с розами на шляпе. И последняя зайка — это новогодняя. Но я почему ее взяла? Эта зайка у меня есть. Этот дизайн зайки у меня есть в журнале. И поскольку, чтобы мне понимать комплектацию и, соответственно, рассказать вам, я решила взять одну из дизайнов, которые у меня есть, и, собственно, проверить эту комплектацию. Значит, сейчас раскроем все, посмотрим, но... Если меня сейчас все устроит, то в будущем я кому-нибудь подарю эту, ой, господи, схемку, с... ну, вообще этот набор. Да, значит, смотрите, здесь я выбирала канву 18 каунта. Можно выбрать при покупке каунт канвы. Там есть с люрексом, есть 14, 18. Я выбирала 18. Кусок канвы оверложен, качество канвы весьма неплохой, но я такую канвушку люблю использовать при полном зашиве, поэтому куда-нибудь она у меня когда-нибудь пригодится. 15-14 цветов нити, чьи здесь нитки, я не знаю, нигде не написано. Давайте посмотрим. Так, нет, чьи нитки не написаны, но маркировка стоит DMC, но, слушайте, по качеству не похоже на DMC, ну, кто его знает, ладно. И у меня есть журнал «Все о рукоделии», я когда-то именно из-за этой зайки его и покупала. И я хочу сейчас сверить ключ, чтобы понимать, перенабор ли делает китайские представители, или они прям вот оригинал нам в схеме предоставляют. Так, вот она, эта схема. Давайте посмотрим, значки такие же, не такие же, нет, значки совершенно другие, но вот сейчас давайте, например, смерим ботиночки. Здесь значок под номером 5 самый, господи, темный, под номером 5 маркируется DMC 824. Смотрим здесь значок крестиком,
маркируются ниткой 824. Давайте еще посмотрим опушку. Цифра 3 крайняя. Маркируется номером 453. Здесь крайняя опушка звездочкой. Маркируется номером 453. Но в журнале у меня дана и гамма, и DMC, и анкор. Значит, сейчас я отключилась и проверила на все-все-все значки по маркировке. И они все абсолютно соответствуют. Но я хочу проверить качество цвета ниток, которые здесь вложены. Ну вот давайте, например, возьмем номер 10, вот этот вот, 842. Просто ближе мне сюда. Карта ниток у меня живая. Открываем, смотрим 842, страница 22. И смотрим, потому что явно у нас вложены не нитки DMC. Ну да, есть такое дело. Вот, не знаю, видно вам, не видно. Это не нитки DMC, не знаю, что за нитки вложены, потому что не знаю, но видно на камеру, оттенок немножко отличается. На полтона, но все же отличается. Поэтому либо вы, приобретая данную схему, вышиваете, доверяете производителю, что он подобрал шикарно нитки, близко к ключу, либо вы все-таки, используя ключ, подбираете необходимые оттенки, ну а эти нитки дарите или используете где-то в другом месте. Я, конечно, каждую зайку, которую буду отшивать, буду оставлять и, скорее всего, вышивать теми нитками, которыми вложены, но буду проверять соответствие цвета и все-таки заменять. Вот в данном случае меня не устраивает вот этот вот оттенок, то, что он пусть на полтона, но разнится. Но это будет такая чуть более глубокая работа. Понятно, что это называется из серии «Скупой заплатил дважды». Это, безусловно, даже не обсуждается. Но у нас нет, конкретно у меня сейчас нет другого варианта, чтобы приобрести этих заек. И Бог его знает, может быть, со временем AliExpress нам станет недоступен, а может быть, Светлана Сичкарь отзовет свои разработки и сделает их недоступными вот таким образом в обход. У меня вот они лежат, лежат. Я сверила с ключом, ключ соответствует, меня это вполне устраивает. С оттенками ниток мы разберемся. Понятно, что здесь не DMC. Я не знаю, SKS они прям четко цвета совпадают или нет. Мне это еще, может быть, в будущем предстоит узнать, так как я, ну, скажем так, раскрою карты. Я заказала себе всю палитру ниток SKS, потому что есть один дизайн, который, ну, прикинув, я поняла, что нитками DMC, так как у меня далеко не вся палитра, мне нереально вышивать, а SKS могли бы мне здесь в этом смысле помочь. Поэтому будет вот такая достаточно сложная работа. Да, это значительно бюджетней, но это будет достаточно хлопотнее. Ну, ну, каждый выбирает то, что выбирает. И взяла еще один дизайн. Но я, опять же, надеюсь и уповаю на то, что ключ здесь будет верным. Нитки, скорее всего, буду подбирать по ключу или при помощи палитры. Я уже распечатывала, смотрела, потому что в единственном месте, сейчас смотрю, у Dream Pattern тоже появилась, но не было на тот момент, когда я заказывала у них эти разработки. Тоже дизайн Светланы Сичкарь, вот этот вот очаровательный мишка. Судя по превью, подбор здесь не самый лучший сделан. То ли это вот размытость распечатана так. Но я очень надеюсь, что ключ здесь будет
все-таки настоящий, и я смогу вышить нитками DMC. Канва, конечно, отвратительнейшая. Вот посмотрите, это вот такая фирма. Вот Dream Pattern, мне комплектация по их ценовой стоимости очень понравилась. Было бы, конечно, круто, но не знаю, может быть, потратиться, заказать вот этот дизайн у Dream Pattern и посмотреть разницу в нитках и в принципе во всем. Ну и вот ниточки. Но я, скорее всего, этого делать не буду. Но, в общем, но Мишка мне очень этот понравился, запал. Не на сайте, к сожалению, нет возможности у Светланы это купить. В общем, в принципе, нет никакой возможности это купить. Поэтому я рада, что у меня есть теперь эти дизайны. Я их со временем буду потихонечку вышивать. Я точно знаю, что я бы хотела всех этих заек вышить. У меня есть мысли, во что бы я хотела бы, как бы я это хотела бы использовать. Но это будет далеко-далеко не скоро. В общем, подводя итог, разработки замечательные, пусть таким образом в обход, но я рада, что я приобрела. Спасибо большое AliExpress за то, что есть такая возможность. Покупками я очень довольна. Если данные дизайны вам очень нравятся, то это хорошая альтернатива для того, чтобы все-таки сделать те дизайны, которые вам нравятся. Все, мои дорогие, на этом буду заканчивать свое видео. Всем желаю хорошего настроения, успехов в вашем творчестве. Ставьте пальчики вверх, если видео вам понравилось, было полезным. Подписывайтесь на мой канал. Впереди, я надеюсь, много интересного. Давайте общаться, дружить. В инфобоксе найдете ссылки на русский Рутуб на случай блокировки Ютуба. Найдете ссылку на мою группу ВКонтакте. Над этими площадками я еще пока работаю, так как не хватает времени, но постепенно-постепенно я наполню, и все там будет идти параллельно с Ютубом. То есть буду вести 3 площадки параллельно, как только все догоню потихонечку. Все, на этом прощаюсь с вами. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и до следующего видео. Всем пока!